Setting a new championship record in the semi-finals, always smiling, but that is part of... Я очень люблю находиться в воде, я люблю эти ощущения. В воде я намного себя комфортнее чувствую, там ты в невесомости. Мне было 2 года, и когда мы переехали из Грозного, раньше я очень сильно это стыдилась. В школе было очень много подколов, каких-то взглядов, то и беженка, то, что я из Грозного, что мы одеваемся в секонд-хендах. Все потеряли, переехали, ничего нет в новом городе. Все заново, с нуля начали, и я вот в этом выросла. Я многое помню, что хотелось бы забыть, но сейчас мы уже совершенно в другой жизни. Папа хотел, чтобы я стала олимпийской чемпионкой, вкладывал эту мечту в меня. И я верила в себя. Период был с 14 до 18 лет, когда я ненавидела тренировки, потому что это тяжело, ты умираешь. Как себя чувствует человек после тренировки, это когда ты упал, все переломано у тебя, и вроде бы как тебе надо вставать, а ты не можешь. Это адская боль. Но это спорт, и без этого ни один спортсмен не поднимается на высокие ступеньки. Либо ты ломаешься, либо у тебя идет результат. У меня пошел результат. Я выдержала. Мне уже принципиально взять это золото Олимпиады, и это просто будет как завершение моей мечты. Я не ожидала, что у меня будет такой путь, но это сделало меня мной, это сделало, наверное, меня намного сильнее и практически непробиваемой. Меня уже навряд ли что-то сломает. Losing my faith today. Falling off the edge today. I am just a man, not superhuman. I'm not superhuman. Someone save me from the haze. It's just another war. Just another family torn. I'm falling from my feet today. Just a step on the edge. Just another day in the world. Today, to live another day, speaking my mind today. My voice will be heard today. I've gotta make a stand, but I am just a man. I'm not superhuman. My voice will be heard today. It's just another war, just another family torn. My voice will be heard today. It's just another kill. The countdown begins to destroy.